Позвольте представить Долорес. Гибридное автономное подводное средство. Долорес — это наша разработка. Она построена для поиска сокровищ. На носу Долорес новый металлоискатель. Мы недавно его установили. Глубоко в донном грунте скрывается много всего. Под донным грунтом — каменная порода. Глубина донного грунта от метра до 1,80 м. При поисках сокровищ многие используют магнитометры. Мы тоже использовали. Они определяют железосодержащие предметы, якоря, пушки и прочее. Но они не определяют золото, серебро, медь, бронзу. То есть то, что не содержит железа. Ясно. Надеюсь, новые технологии помогут нам найти в донном грунте эти металлы, которые не найти магнитометром. На месте кораблекрушения бывают разные слои. Более тяжелые металлы, такие как золото и серебро, уходят в донный грунт глубже. В отличие от ручного металлоискателя, Долорес может вести поиск в более глубоких слоях грунта и способна погружаться на глубину более 900 метров. Вот ключевое звено в методе поисков сокровищ Аточи. Я опускаю. Аппарат просматривает грунт на глубину 1,80 м. Мы можем перемещать его, останавливать и рассматривать объекты. Сейчас мы плывем у дна и записываем данные. Мы расставим крестики на карте в тех местах, где есть объекты, а затем выявим приоритетные и будем их доставать. Я дам тебе порулить немного в эту сторону. Сложнее, чем кажется. Вот что-то есть на дне. Подойди поближе. Немного правее. Да, правее. Есть, я на месте. Ты прямо над ним. Хотелось бы знать, что это. Ну что, готов намокнуть? Да, черт возьми, готов. За дело.